Аганес Закарян в 90-х вместе со своей семьей проживал в Ленинакане. Жена с ребенком были вынуждены уехать на постоянное место жительства в Анапу. Гражданство получили без проблем. А вот сам Аганес из-за постоянных командировок так и остался гражданином Армении. За помощью в получении вида на жительство в России обратился в анапский отдел по вопросам миграции. Сотрудники ФМС помогли собрать и оформить документы. Теперь он гражданин России и сможет спокойно воссоединиться с семьей, не опасаясь депортации. Город очень красивый, курорт. Люди вежливые, хорошие, поэтому я в многих местах был и в Москве, и в Петербурге, и в Харькове, и везде, в многих местах я временно жил, работал, как бы командировки. Анапа у меня как бы по душе, и всегда тепло, и люди, и погода. И море. Но не всегда такие истории заканчиваются благополучно. В прошлом году гражданин Судана с целью получения разрешения на временное проживание женился на россиянке. Как выяснилось позже, без цели создания семьи. По результатам проверки анапским судом, брак был признан фиктивным. Вид на жительство иностранного гражданина был аннулирован. Всего в Анапе в прошлом году было выявлено 258 иностранцев, которые незаконно проживали в муниципалитете. Выявлено 25 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В последние годы изменилась тенденция в том плане, что когда начались военные действия в оккупированной части Украины, были приняты ряд нормативных актов, которые упростил приобретение гражданства, получение разрешения на временное проживание, вида на жительство. В частности, сократились сроки. Также был принят закон о носителях русского языка. Это то есть те граждане, те наши соотечественники, которые могут в упрощенной форме приобрести гражданство Российской Федерации. Сейчас в штате ФМС работает 28 человек. В целях сокращения очередей обратиться в отдел можно через сайт госуслуг. Кроме этого, изменения в миграционном законодательстве публикуются на официальном сайте МВД России по Краснодарскому краю. Руслан Душевский, Анапа, регион.